образованию. Задача которого, несомненно, в том, чтобы развлекать уважаемую публику. Но помимо этого, у нашей комедии существует еще вторая задача. Развлекать уважаемую публику. Я благодарю мой балет. Многие скажут, что моя комедия достаточно сатанинская, и везде слышны слухи. Балет нечестивец, безбожник, негодяй, его мало сжечь на костре при всем народе. Этот я дешево оденусь. Милостивые государи, посмотрите мою комедию сами. И я почтительнейше приму все то, что вы соизволите думать по этому поводу. Итак, уважаемая публика, мы... своей философии заодно, ничто в мире не сравнится с табаком. Табак – страсть всех порядочных людей. Если кто живет без табака, тот право живет достойно. Табак не только дает отраву человеческим мозгам, но и наставляет душу на путь добродетели и приучает к порядочности. Если кто нюхает табак с какой доброжелательностью, с каким радушием он предлагает его другим, бери, нюхай. Для того, чтобы очистить свои мозги. Нюхайте табак. Бусман, ну вернемся к нашему разговору. Бусман, твоя госпожа, ко мне. Узнала о нашем внезапном отъезде, она пустилась за нами в погоне. Знаешь, что я думаю по этому поводу? Я думаю, что ей плохо отплатится ее любовь. Неужели ваш внезапный отъезд означает измену Дон Жуана? И мог так оскорбить благородные чувства Дона Эмиля? Он еще молод, у него не хватает смелости. Молод? Смелости? Слушай, человек такого знатного рода совершает такую низость. Бусман, знатный род, еще не помеха времени. Да. А его связывают священные узы брака. О, Питер, видно, что ты не знаешь, кто такой мой господин. Хорошо, должно быть, я действительно плохо его знаю, раз он мог так жестоко обмануть нас. Знаешь ли ты, Бусман? Хорошо, я буду с тобой коллег. Ты знаешь, кто такой мой господин, мой друг Джон? Это величайший из тех злодеев, которого когда-либо носила земля. Это дур, еретик, мерзавец, негодяй. Он живет как гнусный скот, как эпикурейская свинья, как настоящий сардонопал. Не желающий слушать христианских учений, считающий вздором все то, во что били мы. Ты говоришь, что он женился на твоей госпоже? Ради своей страсти он сделает не это. Он женится и на тебе. На твоей собаке, он никем не повредит. Он пользуется браком как кружкой, чтобы завлечь туда очередную красавицу. Совершенно неважно, кто туда попадет, будто девица, крестьянка, горожанка, он никем не повредит. Если ты перестал перечислять всех тех, на ком он женился в разных местах, список можно было продолжать до самого вечера. Вот это... Да? Опять я слышу смех. Пусть он не сюда. Опять он не сюда. Если мне удают какие-то слухи, я скажу, что ты мне сама. Понял? Ты меня не видел. Ты давно в городе? Вчерашний вечер. А что, интересно, привело его сюда? Я думаю, вам известно, что его беспокоит. Господи, неужели наш отъезд? Да, бедняга такая печаль. Он спрашивает, о чем ты делал. Что ты ему сказал? Я ему сказал, что вы мне ничего не говорили. Ха-ха, и правильно сделал. Ну, а сам, что ты думаешь по этому поводу, а? Что я думаю? Я думаю, господин, у вас очередная любовь на уме. Ты не ошибся. Ты не ошибся. Мысли мои поглощены не Дон Эльвиры, а совсем даже наоборот. Кто как не я знает моего господина.
Ему нравится менять одни узы на другие, одни на другие. Постой, постой, что я по-твоему поступаю неправильно? Все что правильно, если вам так угодно. Если вам так не было угодно, то и дело вам обстояло несколько иначе. Ладно, говори. Говори, что у тебя на душе, я тебя слушаю. Господин, нет. Да. Мне не по сердцу тот образ жизни, который вы видите. На какой же образ жизни, по-твоему, я веду? Очень даже хороший, господин, вы влюбляетесь в каждую встречу. Да. Как, сгонорит? Ты хочешь, чтобы мы связали себя с первым предметом нашей страсти? Чтобы ради этого предмета мы отказались от всех других красавиц, которые могут поразить нам взор? А? Я сгонорит, ты меня, конечно, прости, но это затея для чудаков. Любая красавица вольна очаровывать вас. Преимущество первой встречи не должна отнимать у остальных те законные права, которые не имеют на наши сердца. Меня, например, красота восхищает повсюду. Где меня не встретит? И едва ли, хорошенькая личка попросит меня дать ему сердце. Я, будь у меня даже миллион сердец, всем их отдал до одного. От слов у женщины кружится голова. На слух она любовь воспринимает. Я бы сам с удовольствием занялся этим делом. Да в чем дело? Разгонорей! А?
если тут не было греха. Ой. Но смеяться так над священным таинством любви и небом не позволяет. Ты, конечно, прости меня, сыновей, но с небом я разберусь как-нибудь без тебя. Мне раз приходилось слышать, что шутки с небом плохие шутки, господин. Вольнодумцы никогда не кончают добро. Так, я тебе сколько раз предупреждал, что я не люблю, когда мечтают нотации. Пусти меня, Бог, чтоб я вам читал нотации. Да. Раз вы так поступаете, у вас есть на то серьезные причины. Да, есть. Раз вы ни во что не верите, значит, и читать не нужно ни во что не верить. Да, читаю, нужно ни во что не верить. Но позвольте вам сказать, что встречаются еще иногда некоторые наглецы, которые распутничают налево и направо, строят из себя вольнодумцев. И считаю, будто им к лицу. Это все. Если бы не был такой господин, но у меня другой. Я бы прямо в лицо сказал, что я думал по этому поводу. Подошел? Ну и что бы ты ему сказал, если бы у тебя был такой господин? Да. Я бы подошел и сказал. Как ты смеешь шутить с ним? Как ты смеешь превращать в посмешище все то, во что верил? Да. Кто ты? Кто я? Кто я? Это ничтожная букашка, человек! Вот, вот, я! Я не могу говорить не вам! Ему! Я не могу считать, что вы так народа, да. Вам никто никогда не сможет это сказать в глаза! Так вот, вы слышите от меня, от своего преданного слубичного на мой голову, небо карает безбожников. Другая жизнь приводит в его смерть. Ну, я ему, вам, и ты знаешь, что он тебе ответит на это, а? Сговорит. Он тебе ответит, дорогой мой слуга! Ложись ты сюда, я тебя буду сейчас бить! Господин, я прошу вас, о чем мы здесь с вами говорили? Простите меня! Ха, вот тут, а? О чем говорили? Мы говорили о том, что некая красавица пленила мое сердце. И я, прельщенный чарами, отправился за ней сюда. Сюда? Да. А вам не страшно, что полгода тому назад вы здесь убили помогли? А чего не бояться? Я разве не по всем правилам его убил? По всем. Обижаться ему не приходится. И, почему по этому делу я понял? Да, но это понял, не вряд ли успокоил его родственников. Все. Ну почему? Что такое? Сгадай, почему? Почему ты думаешь только о плохом? Перестань, все. Будем думать лишь об удовольствии. Так вот, красавец, который тебе рассказывал, просто очаровательно. Привез я сюда тот самый человек, за которым должна здесь выйти замуж. И что? И я эту чуть-чуть влюбленную встретил дня завтра до их путешествия сюда. Я никогда не видел более влюбленную пару. Я никогда не видел, чтобы люди высказывали больше любви друг другу. Так вот, любовь к этой женщине у меня началась с ревности. Я подумал, какое это будет у меня удовольствие, если я смогу разорвать брачный союз, оскорбляющий мою чувствительную. Конечно, сгорай! Послушай план! Будущий супруг устраивает морскую прогулку за своим возлюбленным. Так вот, я раздобыл лодку, я подкупил людей. Я думаю, что они смогут легко похитить красавицу. Понимаешь, что нет? Сгонорайся! Тебе нравится мой план? Сгонорайся, ты отправляешься со мной. Нет, перестань. Ты у меня будешь вместо талисмана. Захвати все мое оружие и со мной лодку. Перестань, сгонорай! Почему ты не сказал, что она здесь? Я не спрашивал об этом. Могу ли я, по крайней мере, надеяться, что вы соизволите посмотреть в мою сторону? Да. Анна, если честно, сударыня, я просто никак не ожидал вас здесь встретить. Да, я вижу. Что вы никак не ожидали меня здесь встретить. И тем не менее, мне бы хотелось услышать из ваших уст о причине столь стремительного отъезда. Говорите же, Дон Жуан. Посмотрим, как вам удастся оправдаться. Почему я уехал, сударыня? Я надеюсь, вы не думаете, что я уехал беспричинно. Да, я уехал, у меня на это была очень веская причина. А вас интересует, что это за причина? Пожалуйста. Я вам отвечу. Сгонорель. Вот Сгонорель знает причину моего внезапного отъезда. Я ничего не знаю. Ты думаешь, что я должен сказать? Я тебя поколочу в конце концов. Я не могу. Сударыня. Да. Александр Македонский. Да. И мы. Вот причина нашего внезапного отъезда. И еще много-много причин.
Ну что ж, Дон Жуан, может быть, вы объясните мне ваши необыкновенные меры? Как вы смущены. Да? Вы так бледны, что на вас больно смотрит. А почему бы вам не накинуть на себя маску благородного бесстыдства? Почему вы не говорите, что любите меня по-прежнему пылко? И только смерть разлучит вас от меня. Почему вы не говорите, что только дела чрезвычайной важности заставили вас уехать, не предупредив меня? И что вам волей-неволей придется пробыть здесь некоторое время, а мне нужно ехать домой. Ехать домой и ждать, что вы вернетесь ко мне, как только вы закончите все ваши дела. Господи, вот он, Жуан, как вам нужно было оправдывать, а не стоять тут передо мной в замешательстве. Хорошо, сударыня. Вы сами затеяли этот разговор. Я человек прямодушный, я не обладаю даром притворства. Да неужели? Да. Я не стану вас убеждать в том, что питаю к вам те чувства, что и раньше. Ибо понятно и так, что раз я уехал, значит, я собирался вас покинуть. Так мне подсказывала моя совесть. Что? Совесть. Я подумал, что ради женитьбы я украл вас из монастыря, оторвал вас от обеда, следующий вас и церковь. И что небо весьма ревностно относится к таким вещам. Я подумал, что наша любовь есть не что иное, как скрытое прелюбодеяние, и что это может навлечь на нас какую-нибудь кару свыше. Вот как я подумал. Разве вы будете противиться такому благочестивому намерению, сударыня? Ох, негодяй. Какой негодяй? Какой? Я поняла, что Дон Жуан. Но на твое несчастье слишком поздно. Но знай, что преступление, которое ты совершил, не окажется безнаказанным. Но... И небо, над которым ты глумишься, покарает тебя за твое вероломство. Слышишь, говори, небо, небо, небо-то нам хоть бы кто ли на тех напали. Ну, конечно, простите, сударыня, я все-таки хотел бы объяснить. Довольно. Я больше ничего не желаю слушать. И даже жалею, что выслушала слишком много. Небо покарает тебя, Дон Жуан, за твое вероломство. Но если тебе не страшен даже гнев Господний, бойся гнева оскорбленной женщины. Если бы мне могла заговорить совесть, совесть. Ай, все к черту! Локу! Oh, yeah.
Лиза, быстро-то вот так. Тогда мы сейчас с тобой разделим колен, а будет изображать песок. Давай. Давай, Саша. Похоже? Лиза! Чё? Лиза! Иди! Я по всем этому задохнулся.
А он? Он? Дышит. Дышит. У него еще есть такие пушистые, припушистые меховушки, чтоб подмышки не мерзли. Ой, Павел, кем смотрели, что вы увидите? Не видела? Павел, Шарлот! Что там смотреть? Они оделись уже. Что там смотреть? Слушай, Шарлот, я же тебе хотел это. Давно хотел это сказать. Чего? Ну это, Шарлот. Чего? Чего? А ты хотел это? Чего? Душу излить. Можно? Изливай. Че, сейчас? А ты, сядь на лодку, мне так изливать удобнее будет. Ну? Я это, Шарлотта, тебя... Который? Я тебя это... Который? Люблю. И жениться на тебе хочу. Все правда? А что, можно, да? Шарлотта, давай! Огорчаешь ты меня, Шарлот. Что я огорчаю? Да не любишь ты меня, вот что! Только ты всего. Между прочим, Шарлоточка, этого предостаточно, понимаешь ты или нет? Подожди, Перон, подожди, просто... Что подожди? Ну ты мне каждый день одно и то же говоришь. Огорчаешь, огорчаешь. Я тебе, Шарлоточка, говорю одно и то же, потому что с тобой здесь каждый день одно и то же. Если бы у нас, Шарлоточка, с тобой здесь каждый день одного и того же не было, я тебе одно и то же не говорил. Силы. Только моя мучиться что-то, прижать тебя пришла охота. Как
Чем это подожди? Ну, какой ты? Я стараюсь тебя любить, как могу. Только нужно, чтобы оно само как-то пришло, понимаешь? Да заблудочка! Само оно никак не придет! Ты что? Придет. Этому надо как-то... как-то помогать, понимаешь? Шарлоточка, понимаешь меня или нет? Шарлоточка, я тебя умоляю, я вас сейчас не помню. Это что, тот самый господин, что ли? Да, тот самый. Ой, хорошенький-то какой, а! Шарлота! Вот была бы жалость, коль бы потонул! Да крышка ему, кабы не я, крышка! Потонул бы! Кабинет-то крышка! Кабинет, а крышка? Ой, это у меня герой! Что-то шарлоточка у него в голове треснула. Пойду это... с лукой поделюсь. Так у тебя! Здравствуйте, Андреевич! Неожиданный шквал опрокинул вместе с лодкой всю нашу затею. Но, сказать по правде, нисколько об этом не жалею. Знаете почему? Да. Потому что крестьяночка, с которой только что расстался, за все меня вознаградила. Я никогда не видел более обворожительной особы. Я успел так себе ее расположить, что, думаю, недолго мне придется с ней возиться. Я удивляюсь, что даже только что вас миновала смертельная опасность. Ну, перестань. Вместо того, чтобы благодарить небо за милость нашего спасения, вы опять увлекаете его в небо. Своими уговорами, воспринимаете. Причем тут небо? Нас спас крестьянин. Причем тут небо? Вообще, прекрати. Я тебе сколько раз сказал, что не люблю ко мне читать аннотации. Все, я больше слова не скажу. Вот, да. Раз вы так поступаете, поступайте, как считаете нужным. Да. Слова больше не скажу. Все, Сканарет, идет, как идет. Это вам кажется, пошли. Кристиан человек, откуда взяла еще эта крестьяночка, а? Согласись, совсем не хуже той первой. Да постой, ну, Сканарет. Простите, красавица, неужели среди деревьев и скал можно встретить подобную красоту? А видите, сударь? Простите, красавица, вы из этой деревни? Да, сударь. Вы здесь? Ну да, сударь. Ваше имя? Красавица. Шарлотта. С вашего позволения. Шарлот, с моего позволения. Да. Сганаре, ты посмотри, Сганаре, только посмотри, какая красавица. А какие глаза, так в душу и смотрят. Ой, сударь, мне право стыдно. О, пускай мне будет стыдно. Ведь я же говорю вам правду. Я вас люблю. Премного вам благодарна, сударь, ежели так. Ну что, вы должны благодарны быть не мне, а только вашей несравненной красоте. Сганарель, только посмотри, какая красавица. Простите, красавица, вы не могли бы повернуться вокруг тазика? Простите, красавица, вы не могли бы открыть глаза чуть-чуть пошире? О! Это не глаза! Это жемчужины! Простите, красавица, вы не могли бы мне показать свои зубы? Зубки-то зачем? Надо расспрашивать. Прелестно, прелестно.
А ваши губки? Ваши губки так соблазнительны, красавица. О, что вы не пропустите? О, пускай мне будет стыдно! Вам же говорят правду! Ведь он слюбил. Я говорю, это от чистого сердца, красавица. Не может быть, что с Сканаре. Только посмотри, с Сканаре. Только посмотри, какие руки. Ну, какие? Какие? Ну, бледненькие, синие. Да, блин! Слушайте его. Я никогда не видел более прекрасных и очаровательных рук. Позвольте их поцелуй, красавец. Ой, что вы! Сударь, это мне слишком много чести будет. Если б я заранее это знала, я бы хоть с отрубями как следует помыл ты волос. Иди, мой, иди! Василий, красавица, вы ведь, конечно, еще не замужем. Я живу с теткой. С теткой? С Гонорей, тебе тетка. Только я скоро выйду замуж. Я же выхожу замуж за сына нашей соседки, Симонетты. Соседки что? Симонетты. Так, что я слышу, Сканаре? Она выходит замуж. Что я слышу, Сканаре? Нет! Этого не может быть, Сканаре! Господи, мою душу, что вы сейчас услышали? Что? Этого не может быть, убей меня, Сканаре! Не надо! Как вы такая красавица? Хотели уйти замуж за какого-то крестьянина? Нет! Это значило оскорбить подобную красоту. И небо это знает. Именно поэтому привело меня сюда. Чтобы я помешал вашему брату. И назвал должность вашим прелестям. Я вас люблю. Я говорю это от чистого сердца. Красавица. Ой, вы так красно говорите. Прямо ума не хватает вам ответить. А главное, не знаю, верить вам или нет. Верю. Ну так получается, что веришь. Правильно? Вы знаете, да. Нам ведь всегда говорили, что у вас у придворных нет другой мысли, кроме как взять и обесчестить несчастную девушку. Сударь, я девушка честная, и мне лучше умереть, чем потерять свою честь. Вы меня же простили, красавица. Но сейчас меня очень обидели. Обидели жестоко. Вы меня же простили, красавица. Может быть, и есть. Действительно, вы правы. Может быть, и есть на свете такие подлецы, которые только мечтают о том, как бы совратить несчастную девушку. Знаю вас, но... Меня вы должны исключить из их числа. Ведь я вас люблю. Я говорю, это чистого сердца, красавица. Вы знаете, я даже готов на вас жениться, когда вам будет угодно. А свидетель возьмем вот, с Гонорей. Чего, прямо женится? Ха, сколько нужно, столько и женится. Пошел! Эй, красавица, я вижу, вы меня еще совсем не знаете. Ты хочешь стать моей женой? Ах, тетушка родная! Ты хочешь быть всегда со мной? Без тети я не знаю. Ты будешь счастлива навек.
спроси хоть с гонорея. Шарлотта. 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 Я здесь, Шарлотта. Господин, сюда идут! Сюда идут! Сюда идут! Господин! Шарлотта! Шарлотта! Шарлотта, что-то вы разгорячились, сударь! Не схватить бы вам воспаление! Опачки! Что это такое? Я понял! Что? Что вы... Вы думаете, если вы важный господин, да? С бековушками можете приставать к нашим девкам, да? Вот вам, приставайте к своим, по нервам! Что это такое, а? Да вы что такое? Знал бы, что вас спасал, да просто... Надо мне было вас спасать, вы чуть добил, понятно вас! Не сердись, не сердись! Что, не сердись? Такое, а? Я буду, буду сердиться! Понятно? Что вообще? Что? А в чем дело, собственно, а? Что в чем дело? Между прочим, я собираюсь на ней жениться. В чем дело? Сами... Да. А в чем дело? Да, это мой господин. Да по мне лучше бы ты околела, чем вышла замуж за другого. Понятно, ты? Жениться. А это сын соседки сумели. Сам ты сын соседки, понятно? Недовольный. Посмотрел бы я на вас, Шарлотта, я говорю, что ты... Никита, не сердись ты! Да буду сердиться! Ты знаешь, что такая, если даешь приставать всем всяким... Ерунду, ты на этом тоже выиграешь! Я выгодую? Конечно! А что он выгодит, сэр? Что он выгодит? Как чё? Как чё? Как чё? А ты будешь... Ты будешь носить нам масло и сыр на продажу! Что? Масло и сыр на продажу. А все дело? Ну, белье постираешь, а вы сейчас что-нибудь? Масло? Да. И сыр? Да. Вот вам масло, да. Вот вам сыр. Да. А сметану я вам потом покажу, понятно? Масло и сыр на продажу. Да. Я что такого спасаю? Дал бы лучше по башке весло, понятно? И все. Раненых не берем. Ну что, Шарлотта, вы теперь довольны? Вы теперь довольны, что выходите за меня замуж, а? А? Еще как довольна, сука! Слышь, говори, еще как! Эх, Шарлотта! Эх, Шарлотта! Шарлотта! Что это вы там делаете с Шарлоттой? Может, и тоже про любовь толкуете? Нет! Я старше собрался на жениться, она почему-то меня приревновала. Сударь! Да! А что это мое тюрень? Она вас стала, а? Она вам завидует, что вы выходите за меня замуж. Она вам завидует. Хочу, она просто хочет, чтобы я порно не женился. А я спал всю минуту, я хотела бы все-таки выяснить. Вы же не видите, она ненормальная. Вы же не видите, она сумасшедшая. Как же вы можете так выяснить? Мои милые девушки,
Я вас люблю. Да, я вас люблю. Но мне сейчас очень некогда. Мне очень некогда. А, я думаю, что мы с вами встретимся не позднее завтрашнего вечера. Сделайте со мной жизнь, да? Ha ha ha!
что? А давай... Давай сами переделаем декорации. Нам с этой текста добавить. Да. Здесь нашу песню проклят! А? 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 Невозможно? Я стою здесь, я могу думать.
особенно разных вещах. Я могу управлять своим телом. Я могу управлять своим телом. А вы? А ну-ка. Показать? Да. Сейчас? Да. Здесь? В лесу. Смотрите. Да. Ну? Ноги? Так. Это очаровательно. Эти стройные ноги! Да-да-да. Которые плавно переходят в голову. Да! Хочу вам сказать, что на этой голове есть еще и уши, которые слышат. Да. Ноги пошли! Да. И они пошли. Не может быть! Господи, научи! Я могу бегать! Я могу бегать! Я могу бегать! Научи меня! Нет! Какой ты ум, так сказать! Я могу резко повернуться налево! Да! Я могу резко повернуться направо! Могу! Я хочу! Я еще могу! Ну, какой ты глупый, Сканаре! Ну, ты голубый! Могу! Вот вы с рассуждения разбили себе нос! Могу вам представить, что ты говоришь полную штуку, блядь, что он так нецивилизован! Сударь! Да? Бегство этих разбойников свидетельствует о том, какую услугу мне оказала ваша рука. Позвольте мне поблагодарить вас за столь великодушный поступок. Перестаньте. Я не сделал ничего такого, чего бы вы не сделали на моем месте. Но почему оказались в лесу столь поздний час? Видите ли, я совершенно случайно отстал от моего брата и все наши свиты, разыскивая их, столкнулся с этими разбойниками. Если бы не вы, позвольте мне еще раз поблагодарить вас. Я сказал, не стоит меня благодарить. О, нет. Вы едете по направлению к городу? Да, но в сам город мы не собираемся. Видите ли, мы вынуждены разъезжать по окрестностям ради одного из тех досадных дел, которые заставляют приносить дворянина себя и свою семью в жертву суровым требованиям чести. А что у вас произошло, мой друг? Произошло то, из чего же не стоит делать тайну. Видите ли, нашу сестру соблазнили и похитили из монастыря. А виновник этого некий Дон Жуан Денорио. Сын Дона Луиса Денорио. Мы разыскиваем его уже несколько дней. И как? Поиски? Как видите, не увенчались успехом. Да, это вижу. Скажите, пожалуйста, а вы сами лично знакомы с Дон Жуаном? О, нет. С ним лично я не знаком. Я знаю лишь о нем со слов брата. Но вы знаете, мало об этом человеке не больно хороша. Вы знаете, дело в том, что Дон Жуан является мне другом. Очень близким другом. И мне почему-то неприятно, когда о нем отзываются плохо. Вот как? Но как бы вы ни были с ним дружны, я надеюсь, вы не станете одобрять его поступки. И не находите странным, что мы стремимся отомстить ему. Напротив. Я думаю, что Дон Жуан достаточно смелый человек и сможет дать вам удовлетворение в удобное для вас время. Какое удовлетворение необходимо дать, когда нанесено такое оскорбление? Любое. Любое, которое пожелает ваша честь. Да-да, вы правы. Конечно. Позвольте мне еще раз поблагодарить вас. Вы спасли мне жизнь. Стоит. Позвольте мне пожать вашу руку на прощание. Конечно. Вы поступили как настоящий рыцарь. Позвольте мне обнять вас на прощание, как брат. Хорошая идея. Прощайте, мой брат. О, небо! Возможно ли вы, мой брат, вместе с нашим смертельным врагом? С нашим смертельным врагом? Да, я должен! Хотя вас двое и один, я совершенно не намерен скрывать своего имени. Теперь не спешат гибели и собирать меня! Прошу! Он спас мне жизнь. Если бы не он, меня бы убили разбойники. Я прошу вас. Подождите! Так неужели что-то должно помешать нашей мести? Подождите, брат! Остановитесь! Речь из лишнего должен умереть! Thank you.
клянусь небом, я буду защищать его от кого бы то ни было. Он спас мне жизнь. Брат, вы защищаете нашего врага? Идете против меня, своего брата? Да приведи Дон Жуана, меня хватает ярость! Остановитесь! Прошу вас, брат мой. Я беру на себя всю заботу о нашей чести. Сударь, вам хорошо известно, какое оскорбление вы нам нанесли и какого удовлетворения оно требует. Я от вас ничего не требовал. Из того, что дам вам удовлетворение, удобное для вас время. Пойдемте, брат мой. Минутное снисхождение не наносит никакого ущерба исполнению нашего долга. Мы еще встретимся дальше. Мы еще встретимся! Девушки кажутся просто дурнушками. Вас за четверть часа полюбишь от того. От других не полюбил бы и за двадцать. Мои милые девушки, мои милые девушки. Не проси завтрашнего вечера! Мне очень некогда! Да, удари! 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 Бежал! Видела! Не видела! Да он на мне, на тебе обещал жениться, ку-ку! Знаешь что, вот я думаю, что в следующий раз, сударь, тебя ухватит за твой длинный нос! А я так думаю, что в следующий раз он повыдергает все твои розочки! Глупо! Это я глупо! Глупо! А ты? А еще номер милые девушки, ну как мне грустно на вас смотреть. Ну какие вы простодушные, а? Чего? Чего это вы душные? Я не понимаю, Сгонаре, я не понимаю, как они внесут на наш путь. Не знаю, как они вас нашли, может быть, по следам. Значит, только по твоей, согласись, Гонаре. Только у тебя и у кролика, и все. Чего уж когда без следы запутают путь? Все могут запутаться. Ой, не стыдно вам? Ну, все-таки не потешно, перестань. Не стыдно вам морочить голову?
бедную девушку. Вы послушали, как мне друг другу себя здесь называют? Небо покарает вас за это. Все. Ну я тебе сколько раз говорил, не надо, небо, не надо. Я тебе сказал уже. С небом мне нужно говорить без тебя, понятно? Вот так. Ого! Сгоры. А что это за великолепное здание там между деревьями, а? А вы что, разве не знаете? Право не знаю, что? А? Это гробница, которую заказал себе командор незадолго перед тем, как вы его убили. Как это здесь? Да, господин, это здесь. Пойдем, я хочу посмотреть. Я прошу вас, давайте не пойдем туда. Я прошу, я умоляю вас. Неучтиво смотреть на человека такого. А убили, опять этим соблазнили его жилу. Господин, я прошу. Скандрель, иди за мной. Давайте не пойдем туда. Иди за мной, Скандрель. Наоборот, я хочу совершить этот визит в знак учтивости. Если командор человек благодушный, он примет мой визит благосклонно. Иди за мной, трус! Ого! Как не статуя, как красиво! А командор прямо так живой! А ему идет! Ему идет это денег с квинкратора, а? Человек, который при жизни имел более-менее скромное жилище, вдруг после смерти захотел иметь такое великолепие, а? Ага! А в этом месте ходят очень плохие слухи. Я прошу вас, давайте уйдем отсюда, уйдем! Уйдем! Нет. Нет, Скандарик. А ну-ка, Скандарик! А ну-ка, Скандарик, сходи и пригласи его ко мне на ус. Его на ус? Да. Я думаю, что он не нуждается. Пойдем! Делай, что тебе говорят. Ну что за глупость? И пригласи его ко мне на утро. Ну что за глупость? Куда же на утро? Ну! Иди, пригласи его ко мне на ужин. Смелее, смелее, Скандрей. Ну! Сеньор командор! Простите меня за мою глупость, но на перед моим затем. Мне окажется, что через сегодня отужинать у него. Он вас приглашает. Какой ты глупый,
балета. Никогда! Я всех вас уволю! Всех уволю! Ну, может, я его доставлю. Хотя нет! Нет! Всех уволю! Прочь! Прочь! Прочь со сцены! Все прочь! Ну, может быть, кто-нибудь... Хотя нет, нет, нет! Все! Все прочь! Все! Похоже, ему болит. Не верю. Милые девушки, вы не верьте. Вы не верьте моему господину. Он настоящий обманщик. Он на всех готов жениться, но никогда по-настоящему никого не полюбит. Уж я-то его знаю. Поверьте мне, сколько лет я его знаю, и всем, всем девушкам говорит прекрасно, хорошие, красивые вещи. Ну что, кто? А я-то знаю цену этим вещам. Господи, Господи, спаси его! Помоги, помоги ему найти путь спасения. Господи, помоги! Он даже не хочет верить в то, что видел своими собственными глазами в лесу. Не хочет! Господи, помоги. Дай ему шанс. Дай ему справиться. Он хороший. Хороший твой. Одна овечка заблудилась из твоего стада. Овечка хорошая. Большая, но хорошая. Дай ему знак. Дай ему возможность исправиться. Чем ты занимаешься? Валюсь, за спасение вашей души, господин. Оставь их. Судок, не опровергайте. Не опровергайте то, что увидели своими собственными глазами. Ставьте действительно кивнул головой. Чтобы ты не было довольна об этом. Нас могла вести в заблуждение теней или дымка, застилавшая нам взор. Какая дымка? Это небо, возмущенное той жизнью, которую вы видели. Решила сотворить для вас это чудо. Наконец-таки направить вас на путь исправления. Слушай, если ты сейчас не прекратишь свои нарушения, я прикажу, чтобы сюда принесли Володю жилы, и нещадно перезабью. Понятно, это не надоело. Я больше слова не скажу. Вот вас то и хорошо, вы все говорите напрямик без обиняков. А, это хорошо. Слушай, я вообще сегодня буду ужинать или нет? Да, я есть хочу. Красный ужин. Да. Да, я забыл вам сказать. Как вам пришел ваш поставщик, месье Димаш. Я ему сказал, что у вас нет дома, но он дожидается. Ну, почему так кредиторы являются не вовремя, а? Ладно, Сленарин, запомни. Прятаться от кредиторов очень плохая политика. Зови сюда, я сейчас посмотрю, разберемся. Здравствуйте! Здравствуйте, господин Димаш! Здравствуйте, здравствуйте, господин Димаш! Вы знаете, я просил, чтобы ко мне никого не пускали, но это ни в коем случае не относится к вам, к моему лучшему другу. Это что ж такое, бездельник, а? Сказать, что мне не дома. И кому сказать? Господин Деманш, моему лучшему другу. Бездельник, бездельник. Стул, господин Деманш, живо. Благодарю, чем стою. В таком случае кресло. Кресло, господин Деманш. Что вы, благодарю. Вы пока не присядете, я не буду с вами разговаривать. Я прошу, господин Деманш, я прошу вас, ну пожалуйста. Ну присядьте. Если вы настаиваете, да. Я уже сижу. Прекрасно. Что, интересно, привело вас ко мне в столь поздний час, господин Деманш? Что? Что вас привело ко мне в столь поздний час? А, так вот я и говорю. Да. Вы мне, месье Жуан, да. Кое-что задолжали. А! Господин Деманш, вот вид у вас на славу. Вот на славу. Знаете, такой румянец на щеках. На кого? На щеках. А, я... Глаза такие живые. Благодарю вас. Почему-то? Это же ничего. Да? Ну, слава Богу. Ну, так что все-таки вас ко мне привело, господин Деманш? Я говорю. Да. Вы мне кое-что тут... А, господин Деманш, ой, а как поживает ваша супруга? Как она поживает? Госпожа Деманш, как она поживает? Госпожа Деманш, хорошо. 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 Примила женщина. Я был с ней знаком, когда. Да. Хорошо, да. Ну, так что вас все-таки ко мне привело, господин Деманш? Я говорю. Да? Вы мне, месье Жуан, кое-что... А, подождите, господин Деманш, стоп. Господин Деманш, а как поживает ваш сын, Полен, как он? Все так же играет на барабане? Брум-пум-пум-пум-пум. А? Да? Да, все так же играет на барабане. Ну, конечно. Да, замечательный сынок у меня. Да. Но, простите, а как ваша дочка? Как ваша дочка? Кладина. Кладиночка замечательная, да. Девочка замечательная. Такая красавица уродилась, вся в меня. Это девушка, никакого будущего. Да, ну так что все-таки вас ко мне привело? А, господин Деманш, вы все как-то не говорите, все молчите. Я это... Что? Так вот я и говорю. А, кстати! О, ты, с гонорой ты не знаешь?
господин Деманш и замечательная собака, брюске. Собака брюске. Кто к нему приходит, она собака прибегает, начинает хватать за ноги. Это примилая собачка, как она. Брюске, да, все так же все кусают за ноги. Прям-таки не знаю, как ее сканируют. Перестань, ты будешь справедлив. Животных надо любить. Господин Деманш, ну так и что все-таки вас ко мне привело? А? Хотя мне, конечно, приятно с вами болтать, но вы что-то все скрываете. Вы что-то скрываете, все никак сказать. Ну, я скрываю, я скрываю. Да. Так вот это... Ой. Так вот я и говорю. Так и я про то же и говорю. Господин Деманш, я как раз насчет этого и хотел сказать. А почему вы, господин Деманш, с нами не отужин? Да. А? Да. Господин Деманш, а не хотите взять запросто со мной отужин? Я же шкурился. Ну, давайте поужинаем с вами, господин Деманш. Ну что, как-то неудобно, ну что, даже нет, что, мне домой, пора. И может, давно уже отказывается, пора домой, а я к нему представлюсь этими дурацкими расспросами о его, извините, дурацком семействе. Да, а ему как-то давно уже пора домой, господин Деманш, извините, что я вас задержал. Простите, я больше не буду. Господин Деманш, вы знаете, если вам когда-нибудь понадобится моя помощь, вы можете на нее рассчитывать, потом совершенно бескорыстно. Так, пускай 5 или 6 слуг возьмут факела и проводят господин Деманша домой. Давай, господин Деманш, мне очень было приятно. Заходите в любое время, Так почти. Да, сколько внимания, сколько любезности оказал вам господин, честно говоря. Сзади такой редко водится, но сегодня вам. В таком большом количестве, Дени Ман, честно говоря, я очень серьезно рад за вас. Благодарю. Мы хотим, чтобы с вами случилась какая-то беда, какая-то неприятность. Ну, вдруг кого-нибудь вздумал с вас хорошенько платить пал. Мы за вас заступили с моим господином, тогда бы убедились, как мы вас любим. Верю. Не, ну как со мной было вести, да, как любить твой господин, да? И все только мне. Только вам, господин Иванович. Все, я пойду. Счастливо. Стойте-ка, Гонорель, стойте-ка. Мистер Гонорель, а вы мне тут тоже кое-что задолжали. Закройте свои полотно. Ну что вы в самом деле? Прославить, я закладали. Или честно? Хорошо, я вам верю, только закиньте ему удочку насчет своих денег. Слава богу. Так, быстро ужин. Я есть хочу в конце концов. Я вам все. Кто там еще? Господин. Да. Там пришел ваш отец. Отец, да. Так, его еще не хватаешь вообще без вести домешенства. Почему сын является так не вовремя, а? Я спрятал. Где? Ложись сюда. Они что не смочили? Ты почему моего отца не любишь, а? Ты почему не любишь моего отца? Ты почему его не любишь, как люблю его я, а? Да. Я вижу, что он помешал вам. И вы не в восторге от моего прихода. Папа. Не прикасаться ко мне. Я всю жизнь мечтал иметь сына. И я посылал к небу большие вот. Сын. Не перебивай папу. Вот этот сын, о котором я так мечтал. Спасибо. И на которого так рассчитывал. Так. Кроме горя и муки ничего мне не принес. А между тем я надеялся, что ты будешь мне наградой. И вот вам участки. Вы когда поедете, вы меньше заикаете. Я слышу страшный гром с небес. На небе молнии блеснают. Мир не видал таких повес. Не знал.
Да. У нее травма. Знаю. Да.
Хорошо. Это интересно может быть, а? В столь поздний час у меня. Какая разница? Давайте ужинать! Я вам приготовил! Ужинать мы будем после. Эта интрига мне нравится. Что-то интересно может быть, а? Зови сюда. Быстро, 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 быстро! Интересно. Не удивляйтесь, Дон Жуан, что видите меня в такой час и в таком странном одеянии. Дела. Дела чрезвычайной важности заставили меня прийти. То, что я хочу вам сказать, не терпит помедления. Вы видите, перед вами уже не та Дона Эльвира, что была опытом. Теперь я ина. Небо изгнало из моей души предостынную страсть. Все эти грубые пары от плотской земной любви в моем сердце, все еще любящим вас, осталась лишь чистейшая любовь, благороднейшая привязанность, которая печется не о себе, а только о вашем благополучии. Плачешь? Да, немного. Это любовь чистая и бескорыстная, привела меня сюда, чтобы от имени небес предостеречь вас от пропасти, к которой вы стремитесь. Да, Дон Жуан, я знаю, как беспутна ваша жизнь. Я ударюсь от мира и прошу вас только об одном. Я любила вас бесконечно. Ради вас я пошла на всю. И вот, прошу вас, Дон Жуан, исправьтесь. Уже не тронуть мне вас, уже не покинуть сейчас. Себя обрекаете сами, сами, сами. Ведь я вам хочу протянуть надежные женские руки, от пропасти вас оттолкнуть, избавить от вечной разлуки.
Оставь. Это мне. Thank you.
Отец, примите покаяние. Уже ли ты вернулся, блудный сын? Не отпустите грех моих душ, Тай. Полсотни ливров. Это подаяние тебе по силам, мальчик мой. Аминь. Но отпустите грех, святой отец, и тем, кто мною сращенный страдает. 100 ливров на поправку этих стен. И бедным жертвам сразу крещаем. Но хватите мне сил, святой отец, сдержать обет и не свернуть с дороги. Ну, 200 ливров, и тогда конец. Твоим сомнением право слишком строгое. Святой отец, греху скажите скинь. Пусть совесть успокоится, больная. Вот, 300 ливров. Хорошо. Аминь. Бегу открыть себе ворота рая. Все взятки ждут и жадно смотрят в руку. Все покупают и продают подряд от всех. Сказал, что вы были на исповеди. Уже ли благое небо услышало мои мольбы? Не обманываете ли вы меня? Не обольщаете ли ложной надежды? Могу ли я верить
благой вести о вашем обращении. Да, отец. Присядьте, отец. Да, отец. Я был в церкви. Я был в церкви. Я разговаривал с Господом Богом и небом. И небо наконец-то открыло мне глаза. Послушайте, отец. Небо наконец-то открыло мне глаза. Я теперь в ужасе. Вы слышите, отец? Я теперь в ужасе от развратной и распутной жизни, которую вел отец. Простите меня, отец! Сын мой! Простите меня! Как легко возвращается отцовская любовь. Простите меня, отец. И как быстро исчезают из памяти обиды, которые нанесли нам вы. Сын мой, возьмите, это вам. Я прошу вас возьмите. Отец, я не достоин этих денег. А я прошу взять. Я не могу взять деньги, отец. Папа сказал взять! Умоляю вас. Будьте тверды в вашем благородном намерении. А я поспешу к вашей матушке. Обрадую ее и возблагодарю небо за то благословенное решение, которое внушило оно вам, сын мой. Простите меня, отец. Простите меня, отец. Сын мой, небо, сын мой вернулся. Простите меня, отец. Я знал, что так все произойдет. Я знал, что не было слышно вас. Я знал. Хорошо, что вы вернулись. Как не нашел. Я верил. Черт бы побрал этого дурака. За чистую монету примут все, что я сейчас наговорил? А? Как же? Нет, Сгонарель, я нисколько не изменился. Даже напротив. Господин, скажите, неужели вас не убеждает эта движущая и говорящая статуя? Это вас не убеждает? Да. В этом есть для меня что-то непостижимое. Есть. Но что бы то ни было, это не в силах не убедить мой разум и не поколебать мою душу. Как же так? Как же вы так можете? Я знаю, я нисколько не изменился. Постойте. Что? А то что же получается? Вы хотите, ни во что не веря, казаться всем добродетельным человеком? Так что ли получается? Почему вы так? Нет. Гонорель, а? Нет, господин, так нельзя. Сколько людей занимается тем же самым веслом и надевает на себя ту же самую маску, чтобы обманывать свет, а? Я вам хочу сказать. Сейчас. Не прав, Гонорель. Не прав. Лицемерие в наше время имеет громадные преимущества. Оно всем затыкает рот и пользуется полнейшей безнаказанностью. Для того, чтобы чувствовать себя защищенным, нужно вступить в партию лицемеров. Оно всех связывает в единую круговую поруку. Заденешь одного, на тебя зато набросятся все. А те, кто поспал заведомо честно и всей искренности, не приходилось сомневаться, остаются в дураках по своему простодушию. Они попадаются на удочку к этим лицемерам и помогают им обделывать дела. Если представить не можешь, сколько я знаю таких людей, которые подобными хитростями загладили грехи своей молодости, укрылись за плащом этой партии, как за щитом, а? И облачись этот почтенный наряд, добились права быть самыми дурными людьми на свете. Пусть козни всем известны. Пусть все знают, кто они такие, но они лишаются доверия. Вот под эту благодатную сень я хочу укрыться. От своих милых привычек я не откажусь. Но я буду таиться от света и развлекаться потихоньку. А если меня накроют, вся шайка вступится за меня и защитит от кого бы то ни было. А? Словом, это лучший способ делать безнаказанно все, что захочешь. Я стану судьей чужих поступков. Я возьму на себя роль блюстителя закона. И под этим благовидным предлогом буду губить своих врагов. Обвиню их в безбожии, натравлю на них усердствующих простаков.
Одень, не разобрав, в чем дело. Буду так поносить перед всем светом. Вот. Вот как нужно пользоваться людскими слабостями. И вот так-то умный человек приспосабливается к порокам своего времени. Стать лицемером. Вы знаете, вы можете меня выгнать, можете меня побить, вы имеете на это полное право. Но сейчас я выскажу. Выскажу все, что у меня накипело. Как могу, так выскажу. Все скажу. Повадился кувшин по воду ходить, там ему голову сломить. Вот! Писать, так я не помню имени вам Вавилов сказал. Он сказал, что человеческая жизнь — это все равно, что птица на ветке. Вот так он сказал. Ветка держится за дерево. А тот, кто держится за дерево, тот, знаете ли, следует хорошим советам. Хорошие советы лучше добрых речей. Конечно, лучше. Добрые речи говорят при дворе. При дворе. А что там еще делать при дворе? Добрые речи говорят. При дворе есть придворные. Придворные подражают в моде. А что там еще делать? Мода. Мода – способность воображения. Воображение, мол, это часть души. Душа – это то, что заставляет нас жить. Жизнь кончается смертью. Смерть заставляет задуматься о небе. Ничто человека не заставляет так собраться, как предчувствие смерти. Небо. Небо – это не земля. На земле есть моря, океаны, по ним ходят корабли, стремят ветры. У корабля должен быть верный кормчий. Кормчий должен быть благоразумен. А благоразумие лишены, молодые люди, лишены. Молодые должны слушаться стариков. Старики любят богатство, нищие. Терпят нужду. А тот, кто живет в нужде, тот живет как скотина. Тот живет вне закона. Слышите, вне закона. Так что вы попадете к чертям пекла! Оставаться на своем, тем хуже для вас. Небо мне сказало, что должно отречься от всех мирских привязанностей. Слушайте, Дон Жуан, но общество законной жены может прекрасно сочетаться с помыслами, внушенными во мне. Раньше я тоже так думал. Но когда я был в церкви,
Когда я был в церкви, я взглянул с Господом Богом и небом. И небо мне сказало, что должен забыть вашу сестру. И больше о ней не думать. Кстати, ваша сестра решила вернуться в монастырь. А я вам и церкви, значит, благодать. Благодать нас коснулась этого нет. Неужели, Дон Жуан, вы надеетесь обмануть нас этими речами? Я слушаю только голос неба. И вы хотите, чтобы я поверил вашим речам? Не хочу. Небо хочет. Мы потерпим позор нашей судьбы. Значит, так угодно небо? Значит, вы похитили мою сестру только для того, чтобы потом ее бросить! Я слушаю только голос неба. Да что это такое? Я слушаю только голос неба. Что это такое, наконец? За небо до неба! Небо до неба! Потому что небо хочет, чтобы было так. Я вас понял, Дон Жуан. Я рассчитаюсь с вами после. Я вас разыщу. Такого поспешного брата. Но сейчас у меня есть такой серьезные причины. Ха-ха!
тогда род с гонорелью на мне. Если не женюсь, род с гонорелью на мне прекратит свое существование? Ты представляешь? На всей земле ни одного, как ты. Как же быть без меня? А если я женюсь? Если я женюсь? Да. Да. Я же смогу воплотиться в своих детях! Да! Они будут как две капли похожи на меня! А высокие, стройные, красивые! Какие румяные, а? Да. Ну, я могу! Ну, ты как бы не прилезет, я должен жениться! Да. Стоп, 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 стоп! Стоп, здесь очень просто. Ага. Мы сейчас бросим жеребий, судьба сама распорядится, кому какая достанется. Хорошо, хорошо, да? Мы все равно пойдем к и получим благословение неба. Подожди. Сдалась тебе эта церковь, говорит, а? Господин, что я слышу? Я слышу ваши призывы, прежние речи, все, я... Стоп, девушки, девушки. А то свободит мечи, мир, в общем, очень выгодный жених. Он получает очень большое жалование за верность мне и церкви. Девушки, просите, умоляйте вас на цель, девушки. Если он уйдет, он испортит нам всю вечеринку. Давайте повеселимся. Я не против. Но все равно мы пойдем в церковь и получим благословение неба святого отца. Все равно. Небо хочет, чтобы люди любили и размножались. Вообще, это очень странно, Сканарель, это очень странно. Неужели ты без помощи церкви не можешь произвести на свет маленьких сганорельчиков и не стать папулей, а? Сганорель, а? Сганорель! Честных, добрых сгонорели. Никто не может помешать на господином встать в постели! И сгонорельчики пойдут, и загуните, и ули! Я слышу, как они зовут папа, батя, папуля! Папа, папуля! Хочу жениться, я хочу! Папа, папуля, папа, 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 папуля, папа, 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 папуля, папа, 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 папочка, папочка, папа, папуля, папа, 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 папуля, папа, 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 папуля, папа, 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 папочка, папочка. Вот, 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 вот,
кому же этого хочет дело? Кто заразил меня, того это страшный свет. Идем со мной. Куда прикажешь? Ты прерываешь игру в самый интересный момент. Почему? Хорошо! Мои жалобы.